И вот случилось так, что зрительница в первом ряду Галина, которая на нашем концерте впервые, ее так вдохновил концерт, что она просится к микрофону. Пригласим. Спасибо, друзья. Это мой второй раз. Вчера я была первый раз здесь. И Валентина с ее белорусским фольклором так меня вдушевила. И Эра Черная — это удивительная, удивительная атмосфера доброжелательности, теплоты, открытости. Что, знаете, я подумала, риск – благородное дело. Почему бы мне не спеть русский фольклор? И как Эра сказала, пойте со мной, коробочка, мы все ее знаем. Подпойте. А Стелла обещала спеть. Да вы подойдите к микрофону и пойте. Ну, это вообще такой экспромт. Это же удивительная кошка. Актриса литературного театра Стелла Петрова. Молодецкого плеча. Выйду, выйду в рожевой сокую, там на гурье подожду. А завижу черноокую, все товары разложу. А завижу черноокую, все товары разложу. Подвижно торгуется, все боится передать. Парень с девушкой целуется, хочет цену набавлять. Парень с девушкой целуется, хочет цену добавлять. О, как ночь туманная ждет усталый молодец. Ох, шрот желанная раздает товар кунец. Ох, желанная продает товар купец. Катя, торгуется, все боится передать. Парень с девушкой целуется, хочет цену спасибо.